Сегодня у нас на ремонте мотор-колесо от самоката Crosser T4. Со слов клиента, значит, мотор при работе издает посторонние звуки и нету свободного хода. Что-то ему мешает внутри. С мотора сняли крышку и сразу видим, что у нас отклеилось два магнита. Не знаю почему, но данная проблема очень часто встречается именно вот именно в этих моторах. Однозначно мотор нужно полностью разбирать, снимать все магниты и заново это все садить на клей. Разобрали мотор. Ну и наблюдаем то, что отклеено было не два магнита, а немножко больше. Ну и остальные магниты тоже слегка подтерты. Снял, значит, я все магниты. Ну и видим, что под теми магнитами, которые отклеились, достаточно много ржавчины. Очистили ротор от остатков старого клея, убрали полностью всю ржавчину, обезжирили и подготовили под поклейку магнитов. Ну а вот в таком состоянии находится статор. Его мы тоже почистили. Теперь все красиво, почти как с завода. Закончили поклейку магнитов. Теперь это все должно подсохнуть. Ну и можно будет собирать. Собрали полностью мотор. Закрепили в тисках. Ну и проверяем. Видим, что ничего не цепляет. У мотора есть свободный ход. Посторонних звуков нет. Подключаем к контроллеру и проверяем. Все работает, все исправно, никаких посторонних звуков нет. На этом ремонт окончен. Отключаем, упаковываем и отправляем клиенту. Всем спасибо за просмотр.